Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Арендатор». В начале апреля 2022 года компания MF Yapim начала работу над сериалом «Арендатор». Второе название сериала «Жилец». Сериал будет идти на канале Fox TV. Сценаристка Нельмин Йылдырым. Режиссер Юсуф Пирхасан. Главные роли предложены Серкан Тютюнджу, Дилан Чичек Денис. Как стало известно, Дилан Чичек Денис сильно ударилась в первый съемочный день. Актрисе наложили швы, но чувствует она себя хорошо. В середине мая телеканал Fox TV заявил о переносе премьеры сериала «Идеальный арендатор» на сентябрь. Вызван перенос опасениями уменьшения зрительской аудитории в связи с юбилеем других проектов в летнем сезоне. По сюжету нового сериала, Мона окончила факультет журналистики и коммуникации университета Мармара. На начало истории девушка работает репортером интернет-газеты «Хавадис». Якуб Ортач – выпускник факультета фотографии университета изящных искусств имени Мимара Синана. После окончания университета он начал работать репортером интернет-газеты «Рилер». Он не имеет глубоких этических ценностей в журналистике и любит переводить все в шутку. Напомним, премьера нового сериала состоится уже в сентябре на канале Fox TV. Если вам нравятся турецкие сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.